Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале «Северное вязание». И сегодня будет видео в формате эпизод, где я вам расскажу все свои вязальные новости. Также я отвечу на очень популярный вопрос «Куда же я пропала?». Вот. Также я вам покажу свои процессы. Их два на сегодняшний день. И еще я вам покажу покупки, они же мои будущие планы. Итак, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Очень популярный вопрос в последнее время в моем инстаграм. Куда же я пропала? Все ли у нас хорошо? У нас так в семье получилось, что с середины декабря до середины января у нас нон-стопом праздники. То есть праздники, соответственно, гости. Гости у нас обычно издалека, то есть наши родственники, да, они приезжают не на один день, а подольше. Вот, то есть 18 декабря у нас день рождения младшего ребенка, 24-25 декабря Рождество. Затем, соответственно, Новый год, 8 января день рождения старшего ребенка и 12 января у меня. Вот, вы понимаете, что даже когда я именинница, да, в первую очередь на мне вот эта вот готовка, уборка, приготовить, накрыть, помыть, накормить, развлечь, в общем. И еще гости, когда приезжают, они занимают вот эту вот комнату. Здесь специально для этих целей раскладной диван-кровать, да. То есть это, когда у нас гости, это из моей рукодельной комнаты превращается в гостевую комнату. Соответственно, никаких видео я просто не могу снимать физически. И, честно говоря, желания нету, потому что за последние 2 года с этой пандемией мы виделись так редко с родственниками, с друзьями, что хочется просто все забыть и пообщаться с ними подольше, вот, и наслаждаться этими моментами. Вот. Сейчас у нас Рождество у нас кончилось, мы его провели совершенно замечательно, весело, вот. И у меня вроде сейчас до Нового года такое затишье. Я думала, вот сейчас я сниму наконец-то видео. Но не тут-то было. Еще вчера мы всей семьей развлекались и гуляли по магазинам, так как после Рождества везде огромнейшие скидки, в общем. И сегодня ночью мы всей семьей втроем, благо Даник от нас после Рождества убежал на Новый год в Эстонию, вот, мы все втроем, я, муж и младший ребенок, мы заболели чем-то, я не знаю, что-то нас свалило, и причем у нас у троих совершенно разные симптомы. Вот. Мы записались на анализы, завтра только нас записали, в общем, не знаю, что это, может быть, какой-то грипп или, в общем, непонятно. Но я сейчас мужа отправила за минеральной водой и в аптеку, так как нам сказали до завтра постараться сидеть дома, ни с кем не контактировать и отпаивать себя жидкостью, вот. Да, а завтра на анализы, и тогда уже будет видно, что дальше. Вот, и пока я еще хоть как-то, ну, кто знает, что будет дальше, может быть, будет хуже, я не знаю. Вот, я принарядилась, подкрасилась и включила Тимуру мультики и решила с вами поболтать, потому что, ну, уже, правда, 3 недели, по-моему, у меня нет, и это довольно долго. И у меня есть что вам рассказать. Итак, давайте начнем прямо по хронологическому порядку о моих готовых работах. Значит, первая готовая работа, я вставляю фотографию, потому что у меня ее уже нет, это манишка, которую я вязала на заказ.
Связалась она очень быстро, за 2 дня. Ну, и вшивала молнию потом, это 10 минут. Вот. И она получилась очень классная. Никаких перевязов у меня не было. То есть, вот как я в своей голове придумала вот это вот сделать, да, вот эту обработку. То есть, значит, по характеристикам я вязала по описанию от Petit Knit, называется Terrazzo Neck, но там этот Terrazzo Neck, он без молнии, а я, в общем, так придумала обработку, что туда можно было вшить молнию, вот, и да, все получилось с первого раза, и очень классная вещь, мне кажется, если бы у меня на тот момент оставалась пряжа для себя еще, я бы сразу же моментально начала такую же манишку себе, потому что, ну, правда, очень классная, вот, заказчица довольна, уже давно эта вещь у нее. Вот, вязала из пряжи дроп слима, весит там что-то в районе 180 грамм, вязала на спицах 4,5, обработка на спицах 3,5, наверное, я уже не помню. Вот проблема того, когда снимаешь там раз в месяц, ты уже просто ничего не помнишь. Ссылку на описание Terrazzo Neck я на всякий случай оставлю в инфобоксе, мало ли. Меня спрашивали, будет ли мастер-класс, я не знаю, могу ли я делать на эту вещь мастер-класс, но, в общем, подумаю еще об этом, пока что не знаю. Дальше у меня была готовая работа, это моя неудача, я его до сих пор не распустила, только потому, что хотела показать вам. Может быть, вы помните, я вязала вот такую вот лапопейсу по описанию из журнала «Навита». Многим девочкам я скинула эту схему. Кокетки, да, ну, кто меня просил в Инстаграм, да, потому что уже скоро, в принципе, в январе это описание будет в свободном доступе у Навита, но, конечно, не на русском языке. Я буду это все сопровождать какими-то фотографиями, и вы поймете, да, в кадры это не влазит, к сожалению. Вот. Но что я могу сказать? Почему, да, эта работа неудачная? Во-первых, вязала я ее из бобинной пряжи. Это шнурок из альпаки и полиамида. Очень красивого цвета лесного, такого зеленого, синего, меланжевого. В общем, очень красивый цвет. Мне очень нравится эта пряжа. У меня еще осталось очень много. Ну и плюс я буду это распускать и пряжу буду выпрямлять. В общем, вот эту вот пряжу на жаккард, это Drops Air. Ну, потому что это тоже шнурок. Вот, и цвет очень подходящий. Значит, что мне не понравилось, в общем, так как я вообще не, ну, кто смотрит меня давно, вы, наверное, знаете, что я вот эти вот жаккардовые кокетки вообще-то вяжу крайне редко. Я не помню, когда я вязала вообще это, но ребенку кардиган не считается, да, это совсем недавно было. Ладно, и я абсолютно не специалист, да. И я вот взяла, как в описании, но взяла я размер L.
А, у меня размер S, если что. Я взяла размер L, потому что на модели, да, фотография, это изделие было в обтяжечку. Так как я не хотела никаких обтяжечек, я посмотрела по обхвату груди. Ну, то есть, чтобы был мой обхват груди плюс где-то 30 сантиметров. И вот таким образом я выбрала размер L. И это сыграло со мной злую шутку, потому что если бы я взяла размер S, то я бы поняла, что это изделие на меня не сядет уже на этапе кокетки, потому что я, ну вот, пока я вывязывала кокетку, я очень много раз переснимала на длинную леску и примеряла это все. Вот, ну то есть вот когда я, например, там вот сделала несколько рядов с прибавками, примерила, да, там сделала росток, примерила, и... она на меня садилась, да, и поэтому я со спокойной душой продолжала вязать дальше. На меня она садилась вот именно потому, что это большой размер. Значит, довязав, примерила, покрутилась около зеркала, все нормально, все хорошо, да, постирала, все. Решила, что... У нас тут опять начался ледниковый период, очень холодно, очень большие морозы. Я это одела. И поняла, ну, то есть одела уже на выход куда-то, да, и поняла, что... Итак, когда я этот джемпер одела и попробовала какое-то время поносить, я поняла, что мне неудобно. То есть, да, одеть на себя, покрутиться, сфотографироваться, все нормально, но жить в этом джемпере неудобно. Он живет своей собственной жизнью, подскакивает, и вот здесь... Вот в этом моменте мне узко, мне мало прибавок вот здесь. То есть я вязала же все полностью по описанию, то есть я взяла рапорт узора, и вот все прибавки, которые там были прописаны на этой схеме, я вот их делала, как они по схеме. Как я... Я решила в этом разобраться, так как мне нравятся эти вещи, и мне кажется, они мне идут. И что я поняла, что есть женщины, сейчас я вам не открою Америку, это для меня, да, такие новости. В общем, есть женщины с плечами покатыми, а есть женщины, как я, с плечами 90 градусов. И то есть, если дизайнер пишет описание вот для фигуры вот с такими плечами, то, разумеется, вот на такую фигуру это ни за что не сядет, да? Вот. То есть мне нужно, ну, теперь я ученая уже, научена опытом, мне нужно больше прибавок. Сильно больше прибавок. Вот именно вот в первых двух рядах прибавок мне нужны прям конкретные прибавки. Вот. В общем, буду это распускать, буду сразу, наверное, наматывать на пасмы. У меня есть зонтик, буду мотать на пасмы, буду это выпрямлять, ну, с грузиками, потому что пряжа очень классная, она мне очень нравится, и, ну, свяжу что-то другое из нее. Не знаю, что. Вот, ну, что-то другое. Так, весит эта вещь 400 грамм, но она такая коротенькая. Вязала на спицах 3,5, 4,5 и 4. По-моему, как-то так, я уже не помню. Ну да, буду распускать. Хотя жалко. Жалко, конечно. Хорошая вещь, ну такая, в смысле визуально получилась. Неплохая, очень теплая. Давайте вам покажу изнанку. Девчонки другие показывают, я покажу. Вот, посмотрите, моя изнанка, я вязала с протяжками. Так, и на рукавах вот так. Место стыка вы не найдете, если не знаете, где он. Да, кстати, вот кому я девочкам давала эту схему, там совершенно отлично, или это так специально, ну, я надеюсь, так специально дизайнером продумана схема, что места стыка просто нет. Ну, то есть вот в некоторых моментах там, как, вот когда вот полоски, вот такие,
полоски, вот просто полоски. Тогда я делала вот как при вязании полосок, то есть первую петлю потом снимала, не провязывая, либо там первую петлю провязывала в ряд предыдущую, в петлю предыдущего ряда. Ну, в общем, разные есть способы, да, и все. А вот где вот эти вот мелкие узоры, там все как-то все само собой стыкуется, и не надо, нет никаких проблем. В общем, да, узор простой, легкий, всего 2 цвета. Я просто сейчас вяжу 3 цвета и мучаюсь чуть-чуть мучаюсь. Вот. Так что, да, девочки, тут очень легко это посадить на такие плечи, как мне надо, да? То есть просто после воротника сделать больше прибавок и все. Вот. Ну, буду знать, это опыт. Это опыт, ничего страшного. Так, поехали дальше. И дальше у меня случилась еще одна готовая работа. Угу. Так, я думаю, как вам ее показать. Ну, в общем, вот, он опять не влазит в кадр, он, потому что он свитер. Я, конечно же, вам вставлю фотографии и на себе, и со всех сторон, и поближе, чтобы вы смогли разглядеть, как классно это получилось. В общем, потерпев неудачу с этим вот альпаковым джемпером, я решила не останавливаться. Теперь это уже дело принципа. И мне пока что, скорее всего, это связано с зимой, да, вот с таким каким-то уютным настроением зимним. И я решила, что пока у меня есть желание вязать жаккард, надо это совместить приятное с полезным и освоить. В общем, как решить все-таки, как на мою фигуру, на мои плечи, на мой вот верх такой, да, посадить эту несчастную круглую кокетку. И плюс, то есть у меня специфический вкус, если можно так сказать. То есть я не люблю вот эти вот лапопейсы в обтяжечку. Я просто их... Мне они не нравятся. Ой, Тимурчик приходил, чтобы я его поцеловала. Такой милый. Так, дальше, на чем я остановилась. И, в общем, что мне, какие круглые кокетки мне нравятся. Мне нравятся круглые кокетки оверсайз. То есть, пусть там будет жаккард, ажур, мне не важно, лицевая гладь. Главное, чтобы это был оверсайз, чтобы это не было в обтяжечку. Вот японские дизайнеры, да, они в основном вот такие вот кокеточки и вяжут. Не все, конечно, но большинство. Ну, в общем-то, в этом свитере есть какая-то... Ну, то есть, если бы я его вязала сейчас заново, я бы, вероятно, на рукава оставила побольше петель. То есть, здесь у меня были 12 петель подреза и 58 петель рукава. На рукава, возможно, хотя не факт тоже... Но, может быть, я бы оставила чуть больше петель на рукав. Рукава без убавок. Просто вот длинный рукав и длинная резинка.
Вот. Но это мне очень нравится. Я его ношу уже активно. Повторюсь, у нас опять ударили морозы. Я его ношу, ну, разумеется, под верхнюю одежду. И я уже боялась, что он закатается, пока до того момента, как я вам его презентую, он уже закатается, потому что, к сожалению, дроп слима катается в местах трения особенно сильно, но катышки легко убираются и щеткой, и вот этой бритвой. Вот. То есть он уже не очень новый. Так, что у нас по характеристикам? Значит, эта пряжа, я ее покупала вообще на другой процесс. Я из этого хотела вязать кардиган. Ну, вот так все срослось. В общем, это опять-таки дропс лима. И цвет петрольный. Я просто в шоке, что оказалось, он мне идет. Вот. Цвет 0701, а вот этот серый, это серый меланж, тоже дропс лима. Это цвет 9015. Мне кажется, они вместе просто отлично выглядят. То есть я сначала думала, может быть, молочный цвет, но нет, вот прям я сейчас очень рада, что я выбрала все-таки серый цвет. Так, это описание я нашла на сайте Knit Week. Когда-то там сохранила себе его на Pinterest и вот связала. Но, честно сказать, я вам оставлю ссылку, это бесплатный сайт, бесплатные там описания, я вам оставлю ссылку на вот это вот изделие конкретно. Но хочу сразу пояснить, что оттуда я взяла только опять-таки раппорт этого узора. Остальное все я вязала по-другому, то есть другое количество петель на горловину, по-другому тут вязала прибавки росток, по-другому распределяла петли на тело, на рукава, в общем, и рукава вязала, соответственно, по-другому, без убавок. То есть, опять же, вот меня этот альпаковый джемпер научил тому, что я не хочу вот эти вот классические рукава. То есть, вот, этим изделием я очень довольна. Это изделие весит 550 грамм, то есть 50 грамм серого и 500 грамм вот этого петрольного. Вот, я прям очень довольна. И сейчас у нас минус 20, и мне очень комфортно, то есть меня он не кусает. Здесь в составе альпака, да, то есть овчина, овечья шерсть, альпака, вот, и вот на морозе он меня совершенно не кусает, он очень греет. Вчера я даже замерзла, честно говоря, да, вот, ну, в общем, классно, мне очень нравится, и мне нравится это высокое горло 20 сантиметров. То есть я одеваю только этот свитер на футболку, пуховик, и все, мне не надо никакие снуды, никакие манишки, ничего, этого воротника совершенно достаточно. Вот. Так что, девочки, кому понравилось, рекомендую. Тоже очень хорошая схема, никаких стыков. Посмотрите, даже сейчас не найду, где там эти стыки у меня. Ну, обычно они у меня вот где-то здесь. Вот, то есть никаких стыков, не надо думать, как вот это вот начало ряда, да, конец начала ряда, чтобы не было ступеньки. В общем, отличная вещь, отличный узор, мне очень нравится, простенько, но как бы со вкусом, мне кажется, очень удачно. Вот, такие дела. Да, пишите, как вам. Да, ссылка, повторюсь, ждет в описании. Все. То есть за 3 недели я связала так мало. Что-то я думала, что больше, потому что гости, как бы, они мешают снимать видео, но они совершенно не мешают вязать, да. Они уже все привыкли, что я и за столом сижу, вяжу, и везде в машине всегда вяжу. Вот. Ну ладно, тогда дальше у нас с вами следующая часть видео. Я вам сейчас буду показывать своих 2 новых процесса и свои покупки пряжи. И давайте будем мы это делать с вами на столе, потому что так вы сможете лучше это все разглядеть.
такой бардак, такая куча у меня на столе. Надеюсь, я ничего не забыла сюда принести. Так, давайте также будем по старшинству, ну, то есть по хронологии. В общем, я рассказывала, что я купила пряжу для того, чтобы связать новый шлем для младшего ребенка. Шлем по описанию Ксении Маликовой, Барни, по-моему, Барни. Так, я оставлю ссылку на это описание. Уже вязала его много раз, мне уже описание не нужно. В общем, покажу. Он, честно говоря, вот когда без головы, он выглядит неказисто. На самом деле на голове он сидит прекрасно, как влитой. Так, я использовала какие пряжи? Дропс Каризма и Норка. Две ниточки вот для внешней шапки, для такого прям тепла-тепла. Внутри я вязала мериносовой шерстью. Это пряжа Drops Merino Extra Fine, 100% меринос. Ну, для того, чтобы ребенку было все-таки помягче, да. Как вы понимаете, шлем двуслойный. И вот еще с такой манишкой. В манишку я уже не стала добавлять норку, чтобы не надо, в общем, лишнего пуха ребенку. Так, здесь у меня... Почему это до сих пор процесс? Потому что вот у меня тут маркер. Так как мой ребенок, наверное, как все мальчики, любит динозавриков, мне нужно здесь ему связать гребень. Вот. Гребень. Буду поднимать петли. Вот специально, да, оставила этот маркер. Буду поднимать петли в два слоя, чтобы он был такой упругий, вот, зелененький. Да, надо это не откладывать надолго, а уже заняться, потому что это дело там часика. Часик максимум. Так, я еще это не взвешивала. Вот, довяжу, постираю и все вам расскажу, сколько весит. Так, это процесс номер один. Процесс номер два. Так, у меня здесь описание. Ну, описание уже можно показывать, потому что это старый журнальчик. И описание уже в свободном доступе есть. Так, и уже даже русские умелицы, добрые люди, перевели это описание на русский язык. Так что я вам оставлю ссылочку абсолютно бесплатно. Опять же, по-моему, сайт Knitwick. Там вы по этой ссылочке сможете получить это описание бесплатно на русском языке. Так, это значит опять лапопейс. Я же не оставляю все попыток понять, как это делается. Как же это все же делается. Так, ну и что мы тут имеем? Здесь пока что не ясно, где перед, где спинка, где руки, потому что здесь еще нету ростка. Я решила пойти, то есть в прошлой лапопейсе, в петрольной, росток был сверху. Здесь я решила росток сделать снизу, то есть после всего жаккарда уже тогда вывязывать росток. Поэтому пока что тут можно крутить, вертеть, как хочется. Это я, по-моему, двух дней работа, двух дней. Но тут уже жаккард посложнее для меня, да. Тут уже трехцветный, то есть ты в одном ряду тянешь три нитки, три цвета. Вот. И что тут еще примечательно, то что я решила попробовать связать это из пряжи Навита. То есть, да, я вяжу по описанию Навита из пряжи Навита. Все вяжут финки. Почему-то одна я не пробовала. Ну вот, попробуем. Пряжа это Навита 7 братьев. А вообще-то это носочная пряжа, потому что здесь носочный состав. 75 шерсть, 25 полиамид. 100 грамм, 200 метров. Итак, у меня цвет вот такой бежевый, коричневый меланж и желтый. Ну, такой, типа... Как это слово по-русски? Горчица. То есть здесь, если вы посмотрите, да, то есть я заменила, я не
молочный решила, а вот такой бежевый. И да, коричневый и, в общем-то, вот такой яркий такой вот акцент. И сейчас вот уже отвязав половину где-то кокетки, у меня осталось всего два ряда прибавок. Но кокетки еще много, а в принципе уже понятно, да, то есть как выглядят эти цвета вместе. И сейчас мне кажется, что это очень осенняя какая-то палитра получилась, но ничего странного, я люблю теплые тона, я люблю осенние цвета, так что это довольно закономерно. Вот, сделала двойную горловину, не знаю зачем, мне больше импонируют длинные, то есть такие чулки, вот эти горловины, да, как у водолазок, но решила попробовать что-то еще. Вот, вяжу на спицах также 4,5 жаккард, то есть резинка 3,5, лицевая гладь будет 4 и жаккард 4,5. И здесь вы видите жаккард только по кокетке, он довольно такой интенсивный, яркий, и по низу, по рукавам ничего нету. Я также буду распределять петли на рукава, на тело по-другому, не так, как в описании. И вяжу я теперь на размер XL. Вот. Ну, посмотрим. Здесь я также увеличила количество прибавок у горловины в 2 раза примерно. Вот. В общем, посмотрим, что получится, да. Но тут все дело в практике, правильно? Вот. Я уже примеряла вчера. Ну, пока что она нормально лежит на плечах, да. Вот. Пока что непонятно. Да. Но красиво, согласитесь, красиво. И вязать очень уютно. Эта пряжа не котенок совсем, то есть она овечья шерсть. Но я подумала, я же вяжу из Каризмы, да, я вязала. Кто-то из Ледлопи вяжет, а это вообще ни разу не жнятина, да. То есть почему бы не дать шанс, не попробовать нашему местному производителю. А цвета какие расцветки у этой пряжи, это просто с ума сойти. Ну, в общем, ладно, я оставлю ссылку, уже говорила, да, и буду продолжать вязать. Трудновато, да, мне трудновато, жаккард в 3 цвета, трудновато, честно. Вот, я стараюсь не допускать длинных протяжек, вот, в общем, приходится там подхватывать очень часто. И поэтому клубки, мотки путаются, в общем, ну вот, примерно вот так. Да, надо распутывать, в общем, такое, да, как это, удовольствие не для неженок. Дальше давайте теперь посмотрим, вот это все мои 2 процесса, теперь давайте мы посмотрим, что я купила. Так, я купила очень неожиданно, я была в магазине, в каком я была магазине, как он называется, Блошиный рынок. Я просто там некоторые рождественские декорации искала, интересные какие-нибудь, да, не из масс-маркетов, а вот какие-то раритетные. И я совершенно неожиданно наткнулась на целую полку с пряжей вот этой Naka Pure Wool, то есть 100% шерсть. Там были мотки и по 100 грамм. Там были мотки по 50 грамм. Я не знаю, в чем разница. То есть и по составу, по метражу они одинаковые, как я посмотрела. Но там 50 грамм, здесь 100 грамм. Но цвета были, конечно же, не ахти. Там такие какие-то розово-малиново-оранжевые. И вот из всей этой вот кучи пряжи я смогла там откопать только 3 мотка более-менее такого цвета, который мне бы подошел. Не мне, это 3 мотка для вязания свитера младшему сыну. Свитера с горлышком такого, наверное, тоже будет какой-то жаккард. Ну, потому что я не знаю, как их или полосками, или как их сочетать между собой. Ну, просто здесь нарисованы такие узоры, поэтому я подумала, почему бы тоже не жаккард. Так, это пряжа, значит, Naka Pure Wool, 100% шерсть, 100 грамм, здесь 220 метров.
Спицы рекомендуют 4-4,5. И вот такой серый, и вот такой прям зеленый-зеленый. По цене вот 2,95 для 100% шерсти, но это прекрасная цена. Значит, что у меня... и тут написано, что стирка в машинке. Что меня удивило, это тактильное ощущение. Она, ну, совсем, как сказать... Совсем, ну вот если здесь я трогаю, она прям такая грубая, да, а здесь она такая шелковистая, какая-то приятная, я не знаю, может быть, я не знаю, может какая-то обработка супервош или что, я не знаю, ну в общем, очень приятное, что я даже решилась, да, 100% шерсть именно для ребенка на свитер. В общем, когда-нибудь это будет свитер для ребенка. У меня просто мои запасы пряжи пополняются слишком быстро. То есть я реализовываю планы намного медленнее, чем вот они рождаются. Вот. Так, и, значит, вчера мы съездили в магазин, так как распродажа дропс Лима, ну, в общем, альпака пати, да, у дропса кончается 31 декабря. Я еще как бы решила немножечко прикупить пряжи на один процесс, на следующий процесс, да. Вот, ну, потому что скидка 30% это очень даже неплохая скидка. Да, значит, я купила 10 мотков вот такого цвета кирпичного, он называется, по-моему, красная ржавчина, и молочного, обычного молочного, то есть 20 мотков там мне обошлось, ну, в общем, нормальная цена, не помню сейчас, ну, 30%, когда ты покупаешь так много, да, не на шапочку, а на целый свитер, килограмм пряжи, то получается хорошая скидка. Значит, это цвет 0707. Кстати, я из такого цвета уже вязала когда-то свитер. Ну, и это 0100. И да, успевайте, если вы не знали, что скидки, вся пряжа с содержанием альпаки у дропс до 31 декабря. Там осталось пару дней скидки. В общем, что это будет? Это будет... Это будет свитер полностью жаккардом, то есть от и до полностью жаккард, кроме резинок. Только резинки будут без жаккард. Да, я решила, что я уже доросла до этого, но она будет по описанию. Так, я вам вставляю фотографию, ссылку на описание в инфобоксе. Значит, да, и я не знаю, как я осмелилась такой яркий цвет выбрать. Но после петрольного, то есть меня тоже это удивило, что петрольный цвет мне очень даже к лицу, я решила поэкспериментировать с цветами дальше. Мне кажется, это будет такой очень веселенький, яркий, какой-то с ретро-налетом свитер. Но там фасон такой совсем не ретро, да, он такой как-то заниженная линия реглана, такой оверсайз. Вот. В общем, будет у меня такой свитер полностью жаккардом. Вот, такие дела. Все, больше покупок нету, больше ничего нового у меня не случилось. По-моему, я рассказала все. Да, наверное, все. Ну, вот такие мои вязальные новости. Я надеюсь, что вам было интересно. Буду очень рада пообщаться с вами в комментариях. На этом я буду заканчивать. Я думаю, что мы с вами увидимся уже только в новом году. Поэтому я хочу заранее поздравить вас всех с наступающим Новым годом. И в этом году я не хочу подводить никаких итогов. Я не хочу писать каких-то речей с пожеланиями. Я хочу пожелать только одного, единственного и самого важного вам и вашим близким – это здоровья, крепкого, богатырского здоровья. Берегите себя, берегите свою семью, не болейте. Кто болеет, пожалуйста, желаю вам скорейшего выздоровления. Последние 2 года очень явно нам показали, что в нашей жизни
самое главное, а что второстепенное, да, как-то последние годы расставили все это на свои места. Вот. Я всех вас люблю, целую, благодарю от всей души, что вы еще один год провели со мной, провели с нами, с моими детьми, с моей семейкой. Вот. Я от всей души вам благодарна. И еще раз повторю, не болейте. Вот. Желаю вам светлых праздников и увидимся в новом году. Всем пока-пока!